Привет всем, мы говорим с вами с родины футбола, с трибуны стадиона Стэмфорд Бридж. Георгий Чердан. Сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале. Смотрим состав Арсенала. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Привет всем, мы говорим с вами с родины футбола, с трибуны стадиона Стэмфорд Бридж. Георгий Чердан. Сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале. Смотрим состав Арсенала. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Привет всем, мы говорим с вами с родины футбола, с трибуны стадиона Стэмфорд Бридж. Георгий Чердан. Сыграть в высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале. Смотрим состав Арсенала. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. В истории Стэмфорд Бридж было много ярких моментов. Но были довольно странные события, причем не так давно. В 1984 году по периметру поля внутри стадиона была установлена электрическая ограда. До такого додумались тогдашние чиновники, что дает некоторую фору нынешним. Но ограда эта никогда не подключалась к электричеству, так что хоть какой-то здравый смысл все равно присутствует. Вскоре эта адская конструкция была убрана, а в 90-х пропали и беговые дорожки. Стадион стал чисто футбольным. Сеск Фабригас. Начо Монреаль. Гранит Джака. Петр Чех. Похоже, эта атака закончена.